упаковали вещи и уходим. Магазинчик. Кам-кам-кам. Все игрушки топают по кругу. Ну, красота. Магнитики красивые, со швейком. И с крафтом из мультика. Конфетки. Клевый. Да, Дейси? Классненько придумала фруктики. Стаканчик. Всякие разные дети. Освежились. Красота. Какая дверь в магазине. Еще одна интересная. Так, сегодня улетаем. Задались заданием купить сувениры. А вот если честно, так ничего нет. Ничего. Такого, чтобы прямо вот захотелось купить. Не знаю, чем это кончится. Магнитом каким? Или еще чем? О, уже мясо жарится, видите? Свининка. 900 крон, 20 минут. Так мы не поняли, куда они идут. Спрашивали всех троих. Никто из них по-английски не говорит. Но Лан испугался в конце. А, я еще удивилась, видите? На подковах еще у них и каблучки. Видно? В общем, спросили у всех троих, никто по-английски не говорит, куда они едут, так мы и не поняли. Плюс один конь немного рухнулся, хозяин шлепнул его плеткой, все, после этого Нулан сказал, я не поеду. Ну и ладно. Пойдем искать другие аттракционы. Вот из каких колбасок какие делают хот-доги. Вот это хот-доги, это я понимаю. Мясо жарится. Ой, тем более на дровах. На дровах прекрасно. Пошли в здание, где находятся астрономические часы. Класс. Сейчас в Пражской ратуше, на которой стоят эти астрономические часы. Что-то я все время путаю. Астрологические, астрономические. Ратуша была построена в 1338 году. Ну ладно, сейчас пойдем дальше, посмотрим. Это капелла. Оригинальная. Вот вам и апостол, смотрите, все. Because at first our ancestors they were primitives, but they were learning. Сейчас узнаем, что это за место. Это зал для церемоний.
Так, Прага. Когда Прага произошло от того, когда люди сюда переселились, они делали островки на реке, чтобы ее перейти. Эти островки они звали Прага, что означало в то время ступени. Это чешский король. Стена. Мы уже в подвале. И нам показывают оригинальные стены, которые здесь были. Это уже вообще подвал. Вам все выдаю. Это 10 век. Прям как катакомбы какие-то. Это были окна. Здесь жили все. И семья, и животные. А это кто вот здесь вот? Дверь. Эти окна. Я так и думала, это ж как вонять надо, чтобы жить вместе. Люди, животные. Да плюс еще и по нужде ходить. Тут же. Они учили детей считать бочками, сколько литров маленьких, сколько большого, сколько в среднем. Кит говорит, в то время питье было вода, молоко, пиво и вино. Вот дети тоже пили все это. Здесь была тюрьма. Вот топор для трубки головы. Это 45-го года. Крест. Крест 1945 года, горевший. Теперь мы идем на смотровую площадку. Сколько нам еще идти? Вот сколько мы уже прошли. А лифт не работает. Вот и весь лух у нас. Все это прошли. Очередь. По такой лестнице вверх еще. Где она?
О, это вверх. Это очень, о, зеленый, все, можем идти. Вот так, и на нас красный загорелся. Ждем опять. Все, ждем. Вы добирались, чтобы посмотреть направо, сверху. Вот тут внизу, видите, люди? Там часы. Go that way. Go with that. There. There is clock. Hotel street. See for this street. Street. Двойники. Вот и пражский замок. Второй мост. Идем. Где они там? Вот они там и не идут. Я. Какой поезд? Пошли вниз. Упс. Туда. Там мы побывали. Бежим обратно в гостиницу. У нас через 40 минут трансфер. И едем в аэропорт. Ой, там человек в сад. До Швейка мы так не дошли. Ну как, до него-то дошли. А места не было вчера, а сегодня у нас уже времени нет. Сегодня место есть, а времени нет. Идут. И все, мы в гостиницу. Попьем такси. Попьем в ресторане. Кто сок? Я сангрию. Пока ждем наш трансфер. Тут прохладно, посидим в ресторане. Муж попьет сок. Я сангрию. Мы уже поедем. За нами приехали. Опять нас повезут на этом гусике. Ну ладно. Ладно, доедем. Поехали. Такая скульптура. So yesterday we come to the other one. Ага. Вот вчера мы до сюда приезжали. Это было там. Порт. Ой, начался дождь, а нам все равно, мы уже тут все эти дни, нам хорошо было, 25-30 градусов, выезжаем и дождь, так что нормально. Все, добежали, подожди, папа добежал, заходим, ищем наш стол, и летим домой. Подошла девушка-работник аэропорта, сказала, куда нам идти. У нас чек-ин начинается через 20 минут. Мы будем ждать. Все, прошли. Тут даже нет. Сумки не проверяли. Проверили паспорт и все. Пришли в duty free. Орешки с чем-то, что мы недавно ели. На потолке часы астрономические. Такого я в Эндемсе не видела нигде еще. Новенький. Или, может, старенький. Купили воду. Больше ничего не нашли. Идем к нашему выходу Б. О, украинские авиалинии. Кафе. Сыры. Какой тут? Вафли у них такие. Опять кротик из мультика. Конфетки и сигареты. Ювелирка. Все, еще идем в свой Б. Как хорошо сделано, фруктики тоже. Красота. Либо
Идем дальше. Опять этот монах. С нами прилетел, с нами улетает. Праги сделано странно. Прошли все дьюти-фри, закупились. А теперь перед самым выходом в самолет, где уже выход, там будет проверка. Странно. Вот она дьюти-фри. Нам упаковали в такой пакетик. Заклеили его. Чек туда положили. А тут на проверке проверили чек. Не открываю, ничего не сказали. Все, наш самолет подан. Идем. Все, идем на посадку. Надеюсь, на этот раз. Наш самолетик. Все, будем. Пристегнулись, летим. Сразу так что будем стоять. Алан решил в аэропорту поиграть на пианино еще. Господи. Скажем так, после сегодняшнего утра плюс 28, плюс 29, сейчас плюс 18, холодно. Мы в маечках. Сейчас дождемся нашего автобуса, пойдем на машину. Не подошел. Тут он кажется маленьким. Вместимся ли мы все тут? Неизвестно. Проезжать мимо красивого индуистского храма. И какая красота. Ехали домой с аэропорта. Решили заехать покушать в олимпийский ресторан. Желаем, наконец, дождался своих айфобов. Сейчас покушаем, поедем домой. Накушались в Палм-Бич и едем домой. Больше снимать сегодня ничего не буду. Пока-пока.